Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой, мы в театре сняли шубу, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете! Я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре! Как я этого ждала! И сейчас увижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дыша весенними, номером внизу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы. Мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка. Все сильнее играют трубы, пляшут гости на балу. А мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Укатился он куда-то, я в соседний ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. По сцене бабочка порхала, я не видала ничего. Я номерок внизу искала и, наконец, нашла его. А тут как раз зажегся свет, и все ушли из зала. Мне очень нравится балет, ребятам я сказала.